Друзья, всем привет! Это у нас Assassin's Creed 3 ремастеринг. Всем приятного просмотра. Поехали! Ну вот, еще пара монет в карманы. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлас Тэтчер. Этот хлыщ — работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красный мудир. Это все из-за рабов? Нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Так, этот работорговец у нас оказывается не просто какой-то там работорговец, а он работает, типа, командует целым фортом. Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костер. Идите. Как вам это удалось? Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэддеку. Когда не служу вам, конечно. Блин, на тут народу. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить. Хо-хо! Да ради бога! Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что... Такие вещи не доверяют бумаге. Хейтем. Генерал Брэддек. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель и вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза... Но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их. Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. Им, к счастью, тоже. Идемте. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэддека и заманите их в тупик. Может, в Мальборо? Нет, там довольны жизнью.
Дома богатые, забот мало. Алин-стрит и Шип-стрит, да. Блин. Что-то я по-моему вообще не понял, что надо сделать. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэдека и заманите их в тупик. Может, в Мальборо? Нет. Там довольно. Алин-стрит и Шип-стрит? Да. У иммигрантов всегда много проблем. Они скорее схватятся за возможность набить кошелек, чтобы прокормить детей. Куда ты бежишь, дебил? Ну, пока что вроде не палимся. Свежие новости в сегодняшнем Boston Weekly Advertiser. Давай! Эй! Вы все воры и негодяи! Будь проклята ваша война! За ним! Оставь его, Эдвард. А, опять ты. Отпусти нас. И Джона Питкерна тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Скандалы их всех. Ну ты дурак, ну чувак. Ты был моим братом когда-то, и я не подниму на тебя руки. Но если мы встретимся снова, тогда пеняй на себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Если вы неспроста учинили этот бедлам, чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. Вонючей яме! Да уж. Интересно. Так, подождите, я хотел посмотреть. Так, нет, не это.
10% игры прошли. Господа, кажется, я нашел решение нашей проблемы. Точнее, Одиссей нашел. Ади кто? Новый знакомый? Греческий герой, болван. Позвольте объяснить. Мы пройдем форт Сайлоса, притворившись друзьями. Проникнув внутрь, мы освободим пленников и убьем Сайлоса. Хитроумно. Я за. Так. Тогда начнем. Сперва надо найти подходящий обоз. Да, надо проникнуть в форт, там убить этого, как его, работорговца. Заручиться поддержкой местных и... Обоз скоро будет здесь. А, это не по сигналу. Все ясно, сэр. Если все рассчитаем, сможем застать их врасплох. Магистрат Бернс дает золотую положит арест у гнусной банды Конокрада. За черт! Тысячи извинений, господа. У нас тут произошла маленькая поломка. Блин, да мои пацаны, это просто терминаторы какие-то. Чарльз, вы и Уильям в авангарде. Не подпускайте никого. А я что? Вы с Джоном следуйте за нами поодаль, будьте начеку. Я дам знак, когда вы понадобитесь. Мы пришли помочь всем, кого держат в форте Саутгейт. Развяжи. Только в форте. Иначе у ворот что-нибудь заподозрят. Тебя не тронут. Даю слово. Указом короля... Ты знаешь что-нибудь о лагере Сайлоса? Сколько у него там людей? Есть укрепления? Он верно тебя очень ценит, если послал за тобой целый отряд. Да, что ты заткнулся? Сэр, впереди противник. Мы атакуем? Нет. Пусть Джонатан и Томас все устроят. Как скажете. Ты мне не веришь. Жаль, хотя я вполне понимаю твою осторожность. Как знаешь.
идет, назовитесь! Где лейтенант Джонс? Что все это значит? Так, а почему нас заметили? Что я сделал не так? Как это работает? Мы же ничего не делаем, просто ехали на этой грёбаной карете. Ты знаешь что-нибудь о лагере Сайлоса? Сколько у него там людей? Есть укрепления? Он верно тебя очень ценит, если послал за тобой целый отряд. Сэр, впереди противник. Мы атакуем. Пусть Джонатан и Томас все устроят. Как скажете. Ты мне не веришь. Жаль, хотя я вполне понимаю твою осторожность. Как знаешь. Назовитесь! Где лейтенант Джонс? Что все это значит? Атакуем! Чёртовы псы! Эй, Тика, я должен исполнить свой друг. Не подпускайте! Передавай привет, костлявый! Блин, понятно, надо было пацанам приказывать, чтобы они атаковали. Одно слово, и я перебью всех. Ты что, новенький? Чей взвод? Атакуем! Не, пацаны неплохо работают. Все чисто! Стой! Здравствуйте. Что у вас тут? Подарок для Сайлоса. Езжайте. Подарок для Сайлоса, блин. Видишь, я тебя отпускаю, как обещал. Если ты теперь меня... Оставьте ее. Но она нас выдаст! Нет, не выдаст. Что теперь? Не попасться и спасти пленников. А Сайлос? Убить. Будете готовы, дайте знак. Надо убить офицеров, если я все правильно понимаю.
А, нет, пленных освободить. Добрый день. Как делишки? Это еще кто? Томас Смит, новый рекрут. Всего неделю как прибыл из Лондона. И сразу к нам в патруль? Так велел Сайлос. Я так понимаю, дело-то просто. Сука. Как будете готовы, дайте знак. Добрый день! Как делишки? Это еще кто? Томас Смит, новый рекрут. Всего неделю как прибыл из Лондона. И сразу к нам в патруль? Так велел Сайлос. Я так понимаю, дело-то простое. Только наводи порядок, если что-то вдруг не так. Товар? Если не знаешь, о чем речь, значит так надо. Делай, что говорят, и помалкивай. Конечно. Должен сказать, что в Бостоне погода куда лучше, чем в Бостоне. Надо его как-то незаметно убить, значит, да? И не стрелять, и не... Понял. Добрый день! Как делишки? Это еще кто? Томас Смит, новый рекрут. Всего неделю как прибыл из Лондона. И сразу к нам в патруль? Так велел Сайлос. Я так понимаю, дело-то простое. Смотри в оба, да наводи порядок, если что-то вдруг не так. Товар? Если не знаешь, о чем речь, значит так надо. Делай, что говорят, и помалкивай. Конечно. К тому же эта форма явно не для здешних мест. На мороз там, да? Привет! Прощения просим за опоздание. Заболтался с резчиком. Ты знаешь резчика? А кто, по-твоему, меня сюда привел? Мы с ним, считай, братья. Так что там Сайлос от нас хочет? Потрепать пленников? Или поободрать малость? Говорят, из них кое-кто носит чистое серебро. Я бы немного облегчил им жизнь на прощание. Нет, товар трогать запрещено. Даже не заикайся. Наше дело дозор и ворота. Ясно, так точно. Слушаюсь, сэр. Блин, офицеры, надо их убивать обязательно. Всю контору палят.
Я свистнул, думал, подойдет офицер, а подошел рядовой. Ну ладно, сейчас это ерунда, сейчас пройдем. Очень аккуратно здесь надо быть. Так, как только я сюда подхожу, тут появляется офицер. Все, я спрятался, меня не видно. Типа, сейчас надо как-то офицера выманить. Стрелять нельзя. Но если я свистну, подойдет вон тот дебил. Но есть вариант. Ну, выпрямись. Что-что? Я сказал, выпрямись. А вы кто, чтобы мне приказывать? Добрый друг мистера Тэтчера. О, понимаю. Извините. В будущем прикуси язык. Конечно, сэр. Обязательно. Что, они так вечно будут стоять здесь? Пиздец, увязали за мной просто толпой, и я даже не знаю, как от них оторваться. Thank you.
Так, он сейчас повернется спиной, можно будет его вольтануть, да? Надо пробраться теперь на корабль, я так смотрю. Привет. Прощения просим за опоздание. Заболтался с резчик. Ты знаешь резчика? Ха. А кто, по-твоему, меня сюда привел? Мы с ним, считай, братья. Так что там Сайлос от нас хочет? Потрепать пленников? Или поободрать малость? Говорят, из них кое-кто носит чистое серебро. Ах, твою мать. Сука. Ладно, нахер забить на этих обычных вояк. Привет. Прощения просим за опоздание. Заболтался трещик. Ты знаешь трещика? Так вот, блин. Неужели нельзя хоть час вести себя тихо? Нет, стоило мне прилечь, как вы тут же устроили здесь бедлам. Я требую объяснений и убедительных объяснений. Так, что здесь происходит? Кто выпустил мой драгоценный товар? Безобразие! Я выясню, чьих это рук дело, и полетят головы. Но сперва разберемся с этим. Закрыть ворота! Тех, кто попробует уйти, убить! Плевать наших или этих! Убейте любого, кто бросится к воротам! Вам все ясно? Какой-то злой дядька. Атакуйте! Займемся стражей, а вы Сайлос. Не умеешь драться. Только забор сторожите годишки уборств. Где только тебя учили драться? Thank you.
Переключимся на саблю. Если в Бостоне такие вояки, ясно, почему французы еще здесь. У тебя есть еще шанс бежать, хоть и небольшой. Вот это другое дело, не то, что это стелс фигня. Поехали, не самое худшее, должен сказать. Да хорошая райд за Удин, за Удин. Блин, их прям дохрена, если честно. Ну ладно, вроде разобрались. Хейтем Кеннелли. Мы не знакомы. Но, кажется, вы двое знакомы. Я дал слово, Сайлос. И я его сдержу.
А теперь что? Подождем. Полагаю, не очень долго. Синхронизация завершена, часть 2. Круто. Прошло несколько недель с тех пор, как мы освободили Магавков. Я надеялся, что их вождь пришлет к нам своего гонца. Но, увы. Мои люди скучают. Они хотят знать, что дальше. А у меня нет ответа. Только Лине сдается, как немалые шансы. Бродит по улицам, по окрестным лесам, надеясь встретить кого-нибудь из тех, кого мы спасли. В ту ночь там была женщина. Это она увела других пленников. Думаю, найдя ее, я найду и ответ. Так что я жду, надеюсь, что скоро начнется настоящее дело. Так, ребят, думаю, на этом закончим сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо, что пришли. С вами был Бемли Карборг. Не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ну и тоже про лайки не забывайте. До скорых встреч. Всем пока.